В Алматы презентован сборник песен «Елің үшін самға». Он создан в рамках национального отбора первого международного детского конкурса «Бала Тюрквижн». Юные исполнители 16 регионов республики поют о родном крае, о любви и дружбе. Песни для них написаны молодыми казахстанскими авторами и композиторами. По словам членов комиссии, отбор был сложным. В каждой области в конкурсе участвовали по 200-300 талантливых детей, которых прослушивала команда композиторов, вокалистов и продюсеров. Из каждого региона уезжали с грустью. Выбирать приходилось лучших из лучших. Победителем конкурса признан Еркин Турсынхан из Жезказганской области, который учился пению самостоятельно. И мы в этом году показали детям, что мы их любим, верим в них. Они выступили в три месяца в Астане. Мы пригласили их выступить 6 декабря в Алматы. В декабре 15-го Еркин поедет наш победитель на гранд-финал в Стамбул, где исполнит песню «Самга». На этом не завершается. Мы продолжаем наш проект. И весной эти наши детки, плюс дети, кто не прошли, но также были, скажем, в передовых, они будут принимать участие в первом детском мюзикле. Победителя на презентации сборника песен не было. Он в это время репетировал вместе с финалистами национального отбора. Но собравшихся порадовали своим исполнением ребята из Атырау, которые 6 декабря выступят на сцене в Алматы. Мне интересно было участвовать, потому что я подружился с новыми мальчиками, девочками. И я очень сильно волновался, когда готовился выйти в сцену. Мы репетировали вместе, дружились. Потом нам было весело, когда мы на сцене пели вместе. Я думаю, у всех отец будет волнение перед сценой. И мы тоже будем волноваться. Но думаю, что люди нас будут поддерживать. Галина Муленкова, Валентин Лобанов, 24 КИЗ.